Это общежитие Красгау. И вот здесь бьет такой фонтан высотой 6 этажей. Время 8 час вечера. Рядом стоят машины, их заливает водой. Никаких аварийных служб рядом нет. Судя по тому, что лужа еще небольшая, порыв случился не так давно. Пара нет, скорее всего, это холодная вода. Это порыв воды возле общежитий Красгау. Столб воды высотой 6-этажный дом. Рядом стоят машины, их заливает водой. Вода, судя по всему, холодная. Аварийных служб пока на месте нет.